Волею календаря в этом году большинство команд приезжают в город на Десне после визита в Смоленск. А Славутич, особенно дома, просто неудержим. Вот и «Кристалл» пожаловал в ледовый дворец Брянск после двух поражений в соседнем городе. Плюс ко всему, между двумя сериями у гостей был лишь один выходной, потому ожидать от подмосковной команды сверхактивной игры было бы просто наивно. Так оно и вышло. Уже на 9-й минуте стартового игрового отрезка первого матча Брянск вышел вперед. Шайбу на свой счет записал лучший бомбардир брянской команды Виктор Фетисов. Полностью захватив инициативу под занавес периода, хозяева увеличили преимущество. На сей раз точным оказался бросок Дениса Смирнова. После перерыва сценарий происходящего на площадке не изменился. Сначала Иван Артемов мощным броском поразил ворота Корякина, а затем Артемов выступил уже в качестве ассистента, на 10-й минуте позволив Фетисову оформить дубль. 4-0, и тренерский штаб «Кристалла» решил заменить вратаря. Ну и Абаляев недолго оставался непробиваемым. Первая же атака хозяев в заключительном периоде закончилась голом. Хамко делает счет 5-0. Уверовав, что соперник сломлен, брянские защитники позволили себе расслабиться. И в итоге Бурец забросил таки шайбу престижа. Отметим, что в этом эпизоде Брянск играл в большинстве. Правда, вскоре хозяева ответили тем же. Играя вчетвером, брянцы организовали шестую шайбу. 6-1, победа Брянска. До середины третьего периода повторного матча все проходило по тому же сценарию. На 4-й минуте два Дмитрия, Хамко и Смирнов организовали первый гол. Еще в первом периоде Бакланов наказал подмосковную оборону за неудачный выход из зоны. 2-0. А Никулин и все тот же Дмитрий Смирнов к началу третьего отрезка довели счет до крупного. 4-1. И вновь добившись солидного преимущества, Брянск расслабился. Две разящие атаки «Кристалла» и практически выигранный матч закончился нервной концовкой. За минуту с небольшим до сирены гости снимают вратаря, но безрезультатно. 4-3, вторая подряд победа хоккейного Брянска. Дмитрий Кузнецов, Владимир Сидоров, Дмитрий Комаров, Александр Друсинов, Максим Кузнецов. События Брянск.